Давайте представим хотя бы на миг, что вдруг мы лишились журналов и книг, что нет Чебураш, Хоттабыча нет, что будто да никто никогда в этом мире и слыхом не слыхивал, а мы и дады. Что нету не знаки. Что нету не знаки в Рунане да Тёпа. Что нет Айболита и нет дяди Стёпа. Наверное, нельзя и представить такого. Так здравствуй же, умное, доброе слово. Пусть книги друзьями заходят в дома. Читайте всю жизнь, набирайтесь ума. Те, кто книгой дорожит, по секрету скажем, отмечают юбилей в Мончегорске нашем. 7 и 5, такая цифра, не представить даже. Старше папы, старше мамы, старше брата Саши. Мишура из поздравлений, песенок, открыток. Стало всем, конечно, жарко от тепла улыбок. И поздравить мы хотим всю библиотеку. Кто встречает нас добром, предлагает книги, кто нас в мир ведет иной, жаждет встреч, открытий. 75-летием, дорогая библиотека! Спасибо вам! Поздравляем с юбилеем! Группа номер 11 «Звездочки»! Мадонна!